На практике означает, что сегодня нулевые тарифы в торговле между Россией и Украиной, нулевые, а так средневзвешенный тариф будет 6%. Где-то 3, где-то 8, где-то 10%. Но это не наш выбор. Мы всячески боролись за то, чтобы этого не произошло. Вы знаете, я вам искренне говорю, мы не заинтересованы в обострении конфликта. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт как можно быстрее был разрешен. Но только не способом физической ликвидации людей на юго-востоке Украины. Но в любом случае, кто бы это ни был, мы готовы и хотим развивать свои отношения с Соединенными Штатами. Вот последний визит госсекретаря показал, как мне представляется, что, в общем, американская сторона готова как-то двигаться в сторону совместного решения тех вопросов, которые могут быть и решены только совместно.